место найдется. Голубчик, подвинься. О, навозный. Природа, обними меня. Нигде не бывает. Отец совсем запил. Я же вам говорила. Одну, только одну. Не надо, папочка, не надо. Папочка, не надо. Не сметь. Не с вами говорят. Шут. А то выгоню вон. Всех выгоню. Опять? Боже мой, как я несчастна. Не найдется ни одной барышни в городе, которая не позавидует вам. Вы только подумайте, моя милая, ведь он очень-очень богат. В банке у него 100 000 положено, родовое имение свое и у князя на первом счету. Нет, нет, Мавра Григорьевна, нет. Конечно, конечно, я понимаю вас. Он человек не молодой и не красивый, но у вас будут поклонники, цветы, туалет, балы. Я ведь только о вас хлопочу, моя милая. Не сегодня, не завтра вы останетесь с ребятишками на руках, что тогда? Милостыню собирать.
или в кухарке наниматься. А ему ничего не стоит. Взять записочку у его сиятельства, чтобы Петра Леонтьевича не увольняли. Прошу, подпишите, пожалуйста. Когда нужно внести долг? Через 3 дня назначены торги. Венчается раба Божия Анна рабу Божьему Модесту. Чего это, милая такая, хорошая? За такого, прости господи, старого черта выходит, а? Даст же Бог такое счастье. 100 тысяч. Родовое имение. Поздравляю вас с законным браком. Теперь поцелуйтесь. После венчания у них даже не было легкой закуски. Ну что ж, на этот раз шумная свадьба показалась бы неприличной. Модест Алексеевич в чинах и не молод. Да, пожалуй, скучно слышать музыку, когда чиновник 52 лет женится на 18-летней. 11 закуси. 13 закуси. 13 что? Артыревка! Артыревка, дачное место, ваше благородие. Вон и дачники гуляют. Да ж. Так
поезжай, голубчик, дальше. Там вот за шлагбаумом на 17-й версте монастырь. Ага, монастырь! Монастырь! Слушайся! О, милая! Владелец здешних мест. И обычай мой не отпускать проезжающих без выкупа. А какой же вам угодно выкуп? Мы просим вас и вашу прелестную дочь отужинать с нами. Это невозможно. Я и моя жена, мы и без того опаздываем. Пардон, в таком случае, мадам, вашу ручку. Дельбукне. Прошу вас. Счастливого пути! Счастливого пути! Жена! В семейной жизни есть не удовольствие, а долг. И первое место в браке я отдаю религии и нравственности. Аня, Анюта, маленькая штучка, а какой фурор производит? Анна в петлице. Анна, не могу не припомнить теперь одного обстоятельства. 5 лет назад, когда Косоротов получил орден святой Анны второй степени и пришел благодарить, его сиятельство выразился так: значит, у вас теперь 3 Анны. Одна в петлице и 2 на шее. Надобно заметить, что в то время Косоротову только что вернулась его жена, особо сварливая и легкомысленная, которую звали Анной. Надеюсь, когда я получу орден Анны второй степени, его сиятельство не будет иметь повода сказать мне то же самое. А?
Люся, раздевайтесь скорее. Замерзли. Ну, не забыли еще меня? Нет. Кто не знает буквы Я, не буквы Я, не буквы Я, где и как ее писать, где писать, да? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля-ля. А сейчас я вас чем-то угощу. Подержи склонение, местоимение, местоимение. Должны вот на все без сомнения, да без сомнения, господа. Ну, а сейчас пора уже обедать. Садитесь, мальчики. Однако молодые люди не считают нужным посещать гимназию. Как ни прискорбно, но я вынужден предупредить вас, что по мере того, как они будут подрастать, их уклонение от своих обязанностей будет соответствующим образом увеличиваться. Но им же не в чем выйти. Однако нашли же они возможным прибыть сюда, несмотря на то, что в этом не было особой необходимости. А также, несмотря на неблагоприятную погоду. Здравствуйте, Модест Алексеевич. Так. Ну ж. Так чем обязан? Простите меня. Если я завтра не уплачу за квартиру, меня выгонят на улицу с детьми. Хорошо. Я вам дам. Но предупреждаю вас, что больше уже не смогу помогать вам, пока вы не бросите пить. Не могу не напомнить вам общеизвестного факта, что многих способных людей погубила эта страсть. Между тем, как при воздержании они могли бы стать высокопоставленными людьми. Еще одна последняя просьба. Ну, я больше никогда не обращусь к вам. Я прошу об одном. Не говорите ничего Ане. Ей будет неловко за меня.
ваш отец позорить вас. И меня тоже. Этот человек не имеет никаких обязанностей. Быть бедным, ничего не копить, легче, чем быть богатым. А? Бедность не порок. Но когда Бог посылает испытание, надо нести его с кротостью и смирением. Да. С кротостью и смирением. Так он тебе ни копейки и не дает? Только морали читает. Но ты попросил бы у него на женские дела, мол, на платье. Мне стыдно. Я боюсь его. Боюсь, как когда-то в детстве боялась директора гимназии. Как до сих пор боюсь его сиятельства, которого никогда не видела. Мне кажется, что все они составляют одну огромную страшную силу. И она надвигается на нас, бедных, слабых, виноватых. И вот-вот обрушится на меня. Не надо. Не надо. Молчать. Я никому не позволю надзирать за мной и всех выгоню вон. Всех. Шоколад и яблочные пирожные. Шоколад? Пожалуйста. Сколько стоит? 25 копеек. Что, одна? Одна. Однако. Пойдемте. Да я неудобно так отойти. Дайте мне вот... Пирожные? Да нет, сельтерской воды. Пожалуйста. Зачем так много? Только прикажите, и в буфете ничего не останется. Человек. Нет? Полу
получите сдачу. Копейка руб бережет. И ты это должна отлично понимать. Я взял тебя без приданницы, из бедности, из ничтожества. И сделал счастливой. Да, счастливой. Да, счастливой. Ну, кто из посещающих нас весьма почтенных, заслуживающих всяческого уважения дам, может похвастаться вот такими безделушками про черный день? А? А между тем, наблюдая подчас выражение твоего лица, они могут составить заключение, что ты вовсе несчастна. Пас. Три пики. Пять пик. Малый шлем в пиках. Из рыб безгласных самый лучший это жареный карась. Да. Днем в молоке она, сволочь, поплавает. Поплавает. Так, знаете, душа моя, не нужно ваших ананасов. Но рыбой, однако, не насытишься. Ведь главное в обеде не рыба. Вы какую птицу больше обожаете? Я сочувствовать не могу. У меня катар желудка. А, катар желудка, доктора выдумали. От вольнодумства, да, от гордости эти болезни происходят. Пас. Паш. Пас. Убил. Так хорошо было бы, если бы губернаторов назначали холостых или вдовых. И не говорите. Милая, чтобы быть счастливой, надо ночью сварить черного кота. Пробовала, не помогает. Когда человек сыт, он впадает в сладостное затмение. А если выкушать к тому три рюмочки запеканочки. Запеканочки, да. Всю вашу душу охватывает обоняние. Этакий мираж. И в голову приходят такие мечтательные мысли, будто вы уже не у себя в кресле дома, а где-нибудь в Австралии, да, будто вы генералиссимус или женаты на первейшей красавице в мире. Эта красавица плавает у вас под окнами в этом бассейне с золотыми рыбками. Она плавает, а вы ей, душенька, плыви. Плыви, душенька, плыви. Да.
Анюта! Куда это ты? Где коньяк? Иван Иванович ждет. Как-никак, все-таки помощник управляющего казенной палаты. Каждый человек должен иметь свои обязанности. Так сказать, правила жизни. Прошедших дней очарования мне вас душа не возвратит. В любви узнав одни страдания, она утратила желание. И вновь не просится любить. Она утратила желание. И вновь не просится любить. Ее один удел печальный, года бесчувственно проведь. И в край для горестных недальной под глаз молитвы погребальной свои молитвы перенесть. Так вот. Декабря 29-го дня в дворянском собрании имеет быть ежегодный зимний бал. Его сиятельство просит господина надворного советника и его супругу почтить своим присутствием его супругу. Ты должна шить себе бальное платье. Ничего не поделаешь. Только посоветуйся с Маврой Григорьевной и Аграфеной Семенной. Его сиятельство просит.
я тоже. Вот какая ты у меня, Анюта. Видишь, я тебя осчастливил. А теперь ты можешь осчастливить меня. Я прошу тебя представиться сегодня ее зятью княгине. Через нее я могу получить старшего докладчика. Благодарю. Прошу вас. Прошу. Мерси. Вальс а трois temps. Messieurs, engagez vos dames, s'il vous plaît. Thank you.
та же манера, та же улыбка. А сколько грации, сколько блеска. Постыдились бы, молодой человек. А я горжусь. Это дочь моя? Нужно не кресло, а трон. Вы царица бала. Перси. Следующий танец за мной. Я очень сожалею, но он обещан. А котельон? Котельон? Котельон, если вы будете очень настаивать, принадлежит вам. Женское сердце страшнее пистолета. Вот именно. Вот именно. Анюта, ты очаровательна сегодня. И я никогда еще так не жалел, что ты поторопилась выйти замуж. Я знаю, ты это сделал ради нас. Да, я получил сегодня за уроки и могу отдать твоему мужу. В другой раз, папочка. Thank you.
тайна. Не знаю, ваш сервис. Очень мило. Казанова, Цветов, Цветов немедленно. Прелле. Но прелле. Прелестно, прелестно. А я прикажу вашего мужа посадить на гауптвахту. За что, ваш сиятельство? За то, что он скрывал от нас такое чудо, такое чудо. Он преступник. Там надо выбить премию за красоту. Да очаровать. Но сегодня она выиграла побольше, чем мы с тобой. Можешь в этом не сомневаться. Регард, Шерри, какую красотку я тебе откопал. Ришарно, не так? Или тут офиди простая, как и все, впрочем, дамы вашего вкуса. Не сердись, монашка. Я ведь для тебя старал. Лучше бы вы поменьше старались. О, c'est plus fort que moi. Это сильнее меня. Я всегда был поклонником красоты. Пойдемте, мой ангел. Моя жена с нетерпением ждет вас. Очень приятно. Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре. Почему вы не хотите помочь нам? Я, правда, не знаю, справлюсь ли. О, надеюсь. Трезорбина. Ты слишком строга, дорогая. Молодой человек. Молодой человек. Модест Алексеевич, какой успех. Да-да. Не все сразу, господа, не все сразу. 200 рублей, раз. 200 рублей, два. 300. 300 рублей, раз. 400. 400 рублей, раз. 400 рублей, да? 500! 500! Да? 500! 550! 600 рублей! 600! 600 рублей, раз! 600 рублей, да? 600 рублей! 1000 рублей! Господа! 1000 рублей! 1000 рублей, раз! 1000 рублей, да? 1000 рублей, три! Oh!
Прошу принять. Пойдем отсюда. Это разврат. Что ты, милая? Это же в пользу бедных. Хотела бы я знать, что дали бы в пользу бедных, если бы она была старше на 20 лет. Прошу один глоток. Один глоток в пользу бедных. Я сделала 2 глотка в пользу бедных. Ваше здоровье, царица бала. Мегас Вести, в этой роскошной столовой, мне кажется, будет вполне уместным выпить за процветание тех дешевых столовых, которые явились сегодня предметом нашего базара, и в пользу которых мы все так славно потрудились. За процветание. А я предлагаю выпить за силу, так сказать, за силу. За силу, перед которой пасует даже артиллерия. Вот и... Да. Женскому полу во всем фортуна. С его сиятельством под руку. А попробуй-ка я взять его сиятельство под руку. А? Господи, да сколько их еще будет? Можете доложить? Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Снимите. Светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем. Милый шепчет Владимир Николаевич Куницкий. Уверенья ласково Дармидон Петрович Закваскин. Глаза глядит, она полна. Артынов. Что? Полна смущения. Покорнейший вас благодарю. Покорнейший вас благодарю. Гайда тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Месяц серебристый, мчится парой, парочка вдвоем, милый шепчет. Изволит почивать. Милый шепчет уверенья, ласково в глаза глядит. Ах, она полна смущения,
что-то ей любовь сулит. Гайда, тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом. Светит месяц серебристый, учится парочка вдвоем. Милый шепчи, уверенья, ласково в глаза гляди. Доброе утро, царица бала. Она полна смущенья, что-то ей любовь сулит. Милый, вы очень любезны. Здравствуйте, господин Артынов. Здравствуйте, ваше благородие. До свидания, царица бала. Счастливчик. Не принимать никого больше. Слушаюсь. Никто не подходит. Ну как, а? Наша краля спит еще? Конечно, вообще все в штате. Проснулся. Прелестно. Казанка. Пожалуйста. Вообще. Снизойди, Господи, рабу твоего. Всю жизнь мечту лелеял. И вот она, кажется, близко, в руках моих. Как я завидую этим цветам, чаровница моя, несравненно. Вы не разрешите мне бывать у вас завтра, как другу дома? О, я так польщена, ваша сиятельница. Прелестно. Прелестно. Ну, прощайте, милейший. До свидания, ваше счастье. Thank you.
Кто я был до сих пор? Не могу знать. Ничтожество. Нуль. Соринка. А теперь... Судьбы человеческие за вихор возьмем. Анюта, я осчастливил тебя. Теперь ты можешь осчастливить меня. Пойдите прочь, болван. Мне твой ласковый взгляд. Так взглянишь на меня хоть один только раз, ярче майского дня, чудный блеск твоих глаз. Давай, пока! Ты услышишь меня под окном, знаю, я с гитарою. Так взглянишь на меня хоть один только раз, ярче майского дня, чудный блеск твоих глаз. Нет, мадам, вы не женщина, вы фея. В Древней Греции с вас бы писали богини. Фарольдена. И что же дальше? Ах, да. Вот я и говорю, мадам Козюлина, да. Нельзя в вашем декольте появляться в обществе мужчин. Просто стыдно антернусуади в вашем возрасте. А она мне отвечает, мне нисколько не стыдно. Римлянки не только раздевались, но и купались в присутствии своих рабов. Ну? Прелестно! Восхитительно! Божественно! Ну, теперь мужчины совсем потеряют голову. Не женщина, фея. Его сиятельство давно без ума.
обедать подательница всего 200 рублей. А в России нет мужчины, который не завидовал бы вам. Мерси, папа, мерси, папа. Опять счета. Мерси, мерси. Знаком, там внизу меня ждет этот, как его, ну, муж нашей красавицы. Зовите его сюда. Слушаюсь, ваше свидетельство. Ваше сиятельство. Ну, милейший, поздравляю вас с монарчей милостью. Нет слов, ваше сиятельство, чтобы выразить благодарность за вашу милость. Ну, батенька, теперь у вас три Анны. Одна в петлице и две на шее. Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Что? Осмелюсь спросить ваше сиятельство, восприемник. Thank you.
милый государь. Вы нас задерживаете. Вы нас задерживаете, милостивый государь. Ах, да. Да-да. Берите. Все, берите. Найдется ни одной барышни в городе, которая не позавидует вам. Вы только подумайте, моя милая, ведь он очень-очень богат. В банке у него 100 000 положено, родовое имение свое и у князя на первом счету. Нет, нет, Мавра Григорьевна, нет. Конечно, конечно, я понимаю вас. Он человек не молодой и некрасивый, но у вас будут поклонники, цветы, туалет, балы. Я ведь только о вас хлопочу, моя милая. Не сегодня, не завтра вы останетесь с ребятишками на руках, что тогда? Милостыню собирать или в кухарке наниматься?
А ему ничего не стоит. Взять записочку у его сиятельства, чтобы Петра Леонтьевича не увольняли. Прошу, подпишите, пожалуйста. Когда нужно внести долг? Через 3 дня назначены торги. Венчается раба Божия Анна рабу Божьему Модесту. Чего это милая такая, хорошая? За такого, прости господи, старого черта выходит. А? Даст же Бог такое счастье. 2000. Родовое имение. Поздравляю вас с законным браком. Теперь поцелуйтесь.
молчание. У них даже не было легкой закуски. Ну что ж, на этот раз шумная свадьба показалась бы неприличной. Модест Алексеевич в чинах и не молод. Да, пожалуй, скучно слышать музыку, когда чиновник 52 лет женится на 18-летней. 11 закуси. 12 закуси. 13. Что? Артыревка! Да. Артыревка, дачное место, ваше благородие. Вон и дачники гуляют. Да. Так поезжай, голубчик, дальше. Там вот за шлагбаумом на 17-й версте монастырь. Ага, монастырь. Монастырь. Слушайся. Аллилуйя. Владелец здешних мест. И обычай мой не отпускать проезжающих без выкупа. А какой же вам угодно выкуп? Мы просим вас и вашу прелестную дочь отужинать с нами. Это невозможно. Я и моя жена. О? Мы и без того опаздываем. Пардон, в таком случае, мадам, вашу ручку. Дельвукле? Прошу вас. Счастливого пути! Счастливого пути! Жена!
одну. Только одну. Не надо, папочка, не надо. Папочка, не надо. Не сметь. Не с вами говорят. Шу-шу. А то выгоню вон. Всех выгоню. Опять?